Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, Лига Мастеров 3 звезды. Давай посмотрим, где мы с тобой находимся сейчас. Я так и думал. В Лигу Мастеров 2 звезды меня сбросили, причем буквально недавно. Потому что первый ранг — фигушки им всем. Потому что мы сейчас с тобой обязательно вернемся обратно на место. Естественно, в топчик, конечно же. Куда же еще мы можем с тобой вернуться? Так, задание, что у нас здесь? Поднять уровень персонажа, короче, найти детали. Так, кого мы с тобой прокачиваем? Со Шреддером вроде бы мы разобрались, насколько я помню, да? Нет, не разобрались. А вот теперь 70 уровень нужен. Твою же дивизию. Ну что, предлагаю, друзья мои, прокачать его в ближайшее время, этот 70 уровень. Хорошо. На Змейковьюне у нас прокачано с тобой все. Так, Джастин, ну-ка, покажи-ка, что тебе нужно найти? Да тут дофига, если честно, что нужно на нем найти. Давай попробуем, вот, 8 пультов. Я думаю, быстренько мы с тобой их найдем. Первый пульт уже, как говорится, у нас в руках. Тут же второй подлетел. Третий тоже не заставил себя ждать. Тут мутаген. Третий, да? Так, данные крэнгов. Четвертый, там нужно 8, да, пультов? Пятый, так, шестой, подожди секунду, давай. Блин, да что ж ты будешь делать? Седьмой и последний, давайте мне, пожалуйста, вот, пульт от телевизора. Ну что же, прокачиваем, наверное, я сделаю вот это, ребята, массовую атаку. 750 мутагена тратим и переходим на четвертую ступень. И нам нужно с тобой найти всего лишь 10 ящиков с инструментами, чтобы прокачать вот этот комочек до пятой ступени. Так, ну что, забираем с тобой награды наши и, конечно же, прямиком бежим с тобой на арену. Если они думают, кстати, в магазине у нас есть что-нибудь? Ну-ка посмотрим. В магазине нам ничего не нужно, жетонов у нас с монетами, наверное, маловато, да. Поэтому предлагаю тебе спокойненько идти сюда и разбираться. У нас с тобой 27 откатов. Этого более чем достаточно, чтобы перейти в топ обратно же, да? И начнем мы, наверное, с Майка. Давай начнем именно с него. Так, Усаги и Лео возвращаем, потому что, ну, все-таки 78 ранги уже тут. Особо не забалуешь. И я думаю, возьмем, наверное, уже вот этих вот 60 и 61 уровень бойцов. Я думаю, этого будет более чем достаточно для, как сказать, легкого, изейшего даже прохождения. Потому что сейчас у Саги, даже если Лео кого-то не добьет, а он должен добить. Хотя под вопросом, посмотрим. Меня немножко, да, меня немножко Бибов вот этот напрягал. Ну, как ты видишь, он не стал бомбить, он решил все-таки повесить иммунитет. И это было зря. Все, идеально. Так, ну что, мы посмотрим сейчас, куда переместимся, и отсюда уже сделаем небольшой вывод. Если берем с тобой 10 ступенек, то нам нужно будет 10 боев сделать. Ну-ка. 90... О, слушай-ка, очень все хуже, чем я ожидал. Так, ну что, давай, наверное, возьмем с тобой Владимира. Так уж и быть. Соответственно, нам придется брать и тратить с тобой по 2 отката и брать вот здесь вот уже слабачков. Потому что другим способом мы не сможем с тобой пробиться именно в топ. Сегодня у нас, по-моему, ну, испытания мы с тобой все сделали, которые были доступны. Нам еще до фарма Крэнга нужно ждать сутки, насколько я помню. Но я тебе скажу следующее. Сегодня мы пойдем в другое измерение. Так. И будем фармить сундучки. Бомбанем Крэнга. Получим ДНК. В общем, все, как говорится, в лучших традициях. Ну что, какое место мы сейчас с тобой получаем? Это 82-е. Получается, еще нужно 9 боев сделать. Это в лучшем случае. 9 боев умножаем на 2, да? Получается 18. Откатов у нас с тобой здесь более чем достаточно. Нам хватит. День недели сегодня какой, я уже забыл. По-моему, четверг, завтра будет пятница. То есть, прикинь, у нас середина недели, а мы уже с тобой практически все сделали. Мы с тобой в топе
находимся на первом месте. Кто-то, кстати, из подписчиков говорил: Рэй, почему бы тебе не начать эту игру заново, создать новый аккаунт и это. Ребят, я вам серьезно скажу, это, знаешь, сколько нужно потратить сил и энергии, чтобы все начать заново и прокачать всех. У меня вот на данный результат, да, ушло сколько? 2 года, 2,5 года. То, что я сейчас имею, ушло 2,5 года. Ты представляешь, что будет, если мне завести еще один аккаунт? Нет, ребята, я умываю руки, это, ну, это жесть. Я не хочу. Мне вот этого достаточно. И кто-то говорит еще, да, Рэй, ну ты же получил всех персонажей, что тебе еще от этой игры надо? Ребята, мне нужно, чтобы все персонажи у меня были прокачанные. Помнишь, как в свое время мы в Tower Conquest с тобой, да, мы прошли основную сюжетную линию, да? Но мы с тобой продолжаем в нее играть. Почему? Потому что у нас, во-первых, все персонажи не получили фуловые звезды. То есть они не прокачанные. Да и к тому же не забывай, что я все-таки держу надежду на то, что разработчики сделают обновление. Ты посмотри, у нас сейчас в ближайшее время все вот эти популярные игры, которые были там года 3-4-5 назад, стали делать продолжение. Вот пример тебе, да? Болотная атака, Swamp Attack. Она же была у нас когда, наверное, там года 3-4 назад выпущена. Люди в нее поиграли, прошли многие и забыли. Бац, разработчики сделали продолжение. То же самое касается Dino Bash, да? Они сделали, потом игра как бы очень долго простаивала. Бамс, на тебе, дополнение, то есть прохождение дальше. Я также очень сильно хочу, чтобы продолжение появилось у таких игр, как «Вперед на зомби войну», да? Так, и какую бы еще-то, я не знаю, ребята. Ну и, наверное, в «Черепашках» хотелось бы мне, конечно, что-нибудь новенькое увидеть. Новых бойцов, новые режимы, новые карты. Это было бы топчик, ребята. Я не знаю, почему разработчики отказались от продолжения. Не знаю. На самом деле, у них вот мультсериал же новый вышел. Но, правда, там, по-моему, не той компании, да, которая раньше, как говорится, были права. Сейчас совсем другая вроде бы делает. Но, тем не менее, можно же было как-то и договориться, и все. И там же новые персонажи, хотя они, если честно, не особо мне нравятся. И, наверное, многим из вас тоже не особо нравятся. Но как факт, они есть, будьте добры их включить сюда. Очень много персонажей по мультсериалу, которых в этой игре еще пока нету. Так что игре есть куда развиваться. И это большой потенциал. Очень много людей играет, очень много людей донатит. То есть офигенная выручка шла бы им. Вроде бы у этой компании, да, у людей, у нее свой сайт, причем сайт довольно приличный. Игры довольно неплохие она делает. Не знаю, почему она забрасывает так. Почему у нее там все это меняется. Компания-то вроде бы как бы еще живет, потому что последняя у них игра, которую я помню, это Юрский парк. Но не тот, который мы играли раньше. А где ты ходишь с мобильником по городу, ищешь, ну помнишь, как в свое время покемоны, вот, типа того. То есть, как бы, хотелось бы очень хороший. И Tower Conquest, да, ребят, Tower Conquest, естественно, тоже хотелось бы продолжение. Хотелось бы новых получить монстров, которые там есть, у них ячейки под это, я уже показывал вам неоднократно. И есть тоже, как говорится, задел, но почему-то они с этим делом не спешат. В прошлом году, по-моему, да, они сделали обновление, и сделали они его на Хэллоуин. Может быть, в этом году они сделают перед Новым годом? Ну, это как бы мои просто догадки, ребята. Конечно, хотелось бы. Все, хочется, а тем более такие игры, в которые ты очень долго играешь, как говорится, в душу в них вложил, и бац, тебе такой подарок. Продолжение твоей любимой игры. Это шикарно, я считаю. Так что будем ждать, надеяться и верить. Может быть, в скором времени что-нибудь да изменится. Может быть, что-нибудь да добавится. Тем более, я больше уверен, что разработчики этих игр периодически смотрят YouTube, и они видят, что их игры до сих пор популярны, до сих пор снимают про них контент. Как бы и тем самым дают толчок в массы. Не знаю. Очень хочется, конечно, продолжений. Ну да ладно, мы немножко с тобой отключились. Тихо-тихо-тихо-тихо отключились. Переключились, ё-моё. Ты смотри, а. Чуть было не сфейлились.
Да ну, завязывай, Усаги, давай его бомбани. Отлично. Мы с тобой порвались. Что-то мы сегодня, ребята, вот за окном самолетов слишком часто летает. Я не знаю, что там у нас за учение опять. Аэродром рядом, поэтому летают. Понимаешь ли? Ну что, мы с тобой переходим на какую? 16-ю позицию. То есть максимально еще бой 2. И все, ребята, мы с тобой будем в топе. Потом я, наверное, пойду потрачу сыр. Я думаю, ты догадываешься, куда я его буду тратить. Раз, два, три. Да-да, все туда же, ребята. Именно на фарм. Может быть, Усаги или Алапекс нам все-таки выпадет. Ну что, бойцы, готовы? Сделаем вертушку. Так, вертушечка. Шмык-шмык. Постепенный урон на кроликов не повесился. Это... Тихо, подожди, подожди, зэк. Бомбочку брось свою. Вот, замечательно. И Леонардо должен всех расписать. В принципе. Да. Ну что, давай посмотрим. Либо мы с тобой попадаем на первое место, либо где-нибудь там второе, третье, пятое. А ну-ка, порадуйте меня. Третий все-таки, да? Все-таки не дожали мы с тобой чуть-чуть. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Давай возьмем, наверное, Гидеона. И будем его тут волтузить. Все, этой команды более чем достаточно. Усаги, Лео и Армагон. Поехали. Никакого уклонения здесь не имеет смысла ставить, ребята, потому что топовая команда, ее не пробить. Как бы враг ни старался, ничего у него не получится. Ага, постепенный урон, кроме Криса Брэдфорда. Ну, Лео делает жирную конечную точку на арене, и мы с тобой, получаемся, переходим в топ. И дальше мы идем куда? Идем дальше на испытания, но проходить мы их не будем. Мы просто с тобой потратим там тот самый сыр, который у нас и есть. Так, бой, испытания. Да, буквально еще сутки нам с тобой придется подождать. Классическая бойня. Крэнк, конечно, хотелось бы, ребята, получить. Может быть, попробовать, а? Давай рискнем. $4. О, Шреддер классика, это хорошо, ребята. Ноутбук Донни. Да ё-моё, золотой осколок. В принципе, здесь нам больше никто не нужен. Ну, Крэнк нужен. Золотые осколки и 50 жетонов. Последняя попытка, ребята. Комикс, чувак. Да, получили всего лишь 2 ДНК на Крэнка. Нет, я на самом деле еще хотел сюда зайти, но фиг с ним, ребята. Вот здесь вот, конечно, больше шансов вытянуть персонажей было бы, да? Ну, потратили и потратили. Что теперь делать? Локти кусать. Так, ну что, я предлагаю, ребята, пойти на смятение из другого измерения. Первую фазу я прошел, как вы видите, полностью. Остается вторая. И у нас с тобой битва со Шреддером. Ну что, поехали. Битва со Шреддером, сами знаете, прекрасно. Это довольно легкая битва. Раньше я, конечно, его побаивался. Думал, он может что-нибудь сделать эдакое. Но сейчас, в последнее время, сколько мы с тобой играем, он ничего нам сделать не может. По сути и по факту. Так, Рокстеди не упал. Теперь Рафаэль его добивает, и остается у нас дрон. Сейчас мы его распишем. Ну и вот он, Шреддер. Естественно, выйдет он с понтом. Упадет, извини меня, в слезах, умоляя о пощаде. Ну что, хорошо, хорошо ты начал, парень, но еще лучше ты закончишь всю эту эпопею. Усаги, ну мог бы его заблокировать, что ж ты не сделал так. И проникающий от Лео. Вот и все, ребята. Доплясался, как говорится, да? Фрукт на скрипке, и мы с тобой двигаемся дальше. А дальше у нас с тобой целая, извини меня, круговороть заданий, которых нужно пройти. Вот она. Состоящая тут, по-моему, из 10 заданий. Плюс еще вот до сюда дойти. 12 битв у нас с тобой сейчас будет. Так что давай приступать. Начнем вот отсюда. Будем играть своими классическими персонажами. Погнали. Так, и нас поджидает Ванюша. Ну что, давай, наверное, с него и начинать. Так, майки.
Теперь Усаги. Не добили, да? Чуть-чуть. Ну, а с этими дронами, конечно, нам вообще не проблема разобраться. Тем более, этот еще и провокацию взял к себе. Зачем? И я ума не приложу. Видимо, первым захотел отдуплиться. Ну что же, переходим с вами на следующий. Тут нейтрализатор, тигр. Можно было бы, конечно, сделать массовую атаку, но у меня ни одной нету. Так, а муха, интересно, будет хилять? Только вопрос, кого? Ну-ка, давай-ка я тигра попробую вынести. А-а. Майки, ты как? Нет, я вижу, не справится. Не, не получилось. Ну, Усаги, на этот случай у нас с тобой есть. Теперь муху. Муха что будет делать? Наверное, хиляться, скорее всего, если успеет. Нет. Ничего, муха. Муха будет просто помирать. Вот и все. Ну что же, неплохо. Первый бой, как говорится, у нас в круговерти, и он прошел на отлично. Так что двигаемся дальше. Здесь у нас будут кто? Оригиналы, да? Ну, мы с оригиналами тоже знаем, как уже драться. Поэтому для нас это не проблема. Ну что, здесь у нас крысиный король. Здесь у нас Ванюша. И здесь у нас змея-караюшка, да? Слушай, на самом деле, ребят, вы молодцы, что поправляете меня. Я, честно говоря, думал, что Карайка — это дочь Шреддера. А оказывается, нифига подобного, да? Вот такая вот у меня дезинформация, оказывается, была. Так, ладно. Ну что, подбили, мы с тобой двигаемся дальше. Давай волну, наверное, с тобой запустим здесь. Волна не особо хорошо здесь, конечно, наказала их всех. Крысиного короля попробуем с тобой зашкварить. Отлично. Так, и змею-карай. Так, а этот выпендривается. Ну и зря. Ну что же, отлично. Вторая битва у нас с тобой выигрышная, да? Получается, нам нужно еще сколько? 10 боев. Ну что же, переходим сюда. Круг потихонечку у нас замыкается, да? Крэнк, соответственно, все больше и больше начинает паниковать. Весь там бедный на измене. А у нас Паукус, красавчик. Нет, мне кажется, что помнишь, кем Паукус был до того, как он стал? Мне кажется, ему так больше идет, да? Он так выглядит красивее, чем когда он там был хмыренышем, который записал информацию на телефон, да, и хотел ее продать за выгодно. Вот тебе и продал. Что превратился, извини меня, в Паукуса. Так, ну что, выпускаем. Отлично, остается Крип и Пиццелицей. Ну, Майки мог бы просто напрыгнуть на этого Пиццелицу и просто съесть его. Зачем он бьет его своими нучаками, я не представляю. Да тут, в принципе, каждый любит из них пиццу, да? Любая черепашка по кусочку бы оторвала в карман и съела. Но на самом-то деле мы знаем, что это, ребята, живой человек когда-то был. Может быть, это их останавливает. То есть Пиццелицей — это был у нас человек, да? Потом он попал в мутаген, и вот он превратился в пиццу ходячую. Я бы, честно говоря, тоже бы, если бы знал, что ходячая пицца раньше была человеком, тоже бы, наверное, не стал бы есть. А если бы я знал, что обычная пицца, ну, лежала на столе пицца, да? И вдруг она ожила. Ну, я прекрасно знаю, что она сделана из теста, да, там, сыра. Извини меня, там, что еще там, колбаски, там. Я бы, конечно, бы не против был бы перекусить. Блин, что-то у меня аж слюна потекла. Вспомнил об этой пицце. Ай, горячий, да? Такой кусочек берешь, сыр тянется. Ай, шикарно. Да еще и с горячим чайком. Обалдеть. Так, ну что, мы с тобой уничтожили. Так. Хиляется. 314 хп он вытянул, да? Ну, на самом деле, это очень мало для такого громилы. Но, как я тебе еще раз говорил, все равно, ребята, приятно, что хоть как-то, каким-то образом он может себе восстановить здоровье, не забывая еще, что он при этом, при всем, провокатор. А провокатору обязательно нужно иметь способность отхиливаться. Ну что, мы с тобой идем сюда. Так, подожди, не могу сюда зайти. Тогда вот сюда. К
круг у нас потихоньку с тобой замыкается. Потом мы с тобой бомбанем оригиналов. И надо будет еще сделать два боя до того, как мы встретимся с Крэнгом. Крэнга я тоже особо сильно не боюсь. Так что, ребятушки, я думаю, что вы тоже прекрасно знаете, что я его быстро порву. Так, ну-ка. Ать, готов, красавчик. Чпок. Помнишь, да? Чпок и готово. Откуда это? Даю тебе 5 секунд, чтобы догадаться. Ну, если ты, конечно, хорошо следишь за обоими каналами, которые у меня есть. Чпок и готово. Говорил в свое время Гектор, когда убивал очередного противника. Ты спросишь, кто такой Гектор? Я тебе скажу. Гектор — это персонаж из игры, которая называется «Армия Зомби 4». Да. Это мертвец, но в то же время он наш союзник, он нам помогает. И к чему я это сейчас сказал, я не понимаю, ребята. Ну, в общем, для... просто для того, чтобы ты знал. А вдруг ты зайдешь на второй канал, запустишь прохождение этой игры, и вдруг в тебе ты услышишь эту фразу от него и вспомнишь: оу, а Рэй когда-то говорил. Так вот, значит, о чем он говорил. Ну и тебе станет немножко приятнее, может быть, спокойней. Может быть, ты даже немножко улыбнешься. Всякое может быть. У нас же с тобой канал хорошего настроения, а не чего-либо другого. Ну что, давай переходим сюда тогда. Будем... У Майки мало здоровья. Давай возьмем с тобой Армагона. Хотя вот Микеланджело нужно было бы выхилить в первую очередь. Ну, это при том условии, что мы будем его, конечно, брать до последнего. Но на Крэнге, я думаю, что он пригодится. Поэтому сейчас мы здесь разбираемся с этими олухами. Смотрим с тобой, что у нас там по откатам. Именно на хилку. Ты достал. Смотри, что творят, а. И Бакстер Стокман тоже у нас, кстати, с тобой страдает в плане ХП. Хм. А вот здесь Хан. Это очень опасно. Сделаю-ка я лучше вертушку здесь от греха подальше. Вау. Так, а ну-ка, валунчик, пожалуйста, Армагоша. С вашего позволения, шикарно. Ну что, я думаю, наверное, мы с тобой сейчас Армагона отложим в сторону. Заберем Майки, и как раз нам нужно будет с тобой хилять и Бакстера Стокмана, да? И Микеланджело. Но не в этом бою. Вот точно тебе говорю, не в этом бою это будет все. Давай-ка мы, наверное, вот здесь... Слушай, а у Зека-то... У Зека очень хорошая инициатива. И я боюсь, он по майке-то врежет, и он его завалит. А что ж тогда нам с тобой делать? Придется идти сюда, где у нас Хан есть. И надеяться на то, что Хан все-таки не успеет сделать свой удар. А, у нас тигр здесь. Ну что ж, тогда шикарно, ребята. Тогда все у нас получится с вами. Если бы здесь был бы первым Хан, все было бы намного хуже. Ну что, давай бомбить тогда тигриного когтя. Что ты, что ты, что ты, что ты? Нет, массово так все-таки лупанул, а? Хильнуться надо еще. А хил у нас с тобой только у кого остается? У Леонардо, да? Ну-ка, вызываем с тобой маузеров. Бамс. Да ладно. Ну, уклонение, ребята, а что? Что сделаешь? Придется. Хана мы с тобой вольнем. Ну, саги давай, отлично. Так, теперь сюда. Дальше сюда. И... Так, блин, подожди. Да хорош. Все. Все, ребята, расписали как по нотам. Остается у нас всего лишь 3 поединка. И будем собирать с тобой реворд. Эту серию я сделал специально, ребят, сегодня, чтобы пойти вот в смятение из другого измерения, потому что везде откаты, а вы просите побольше, почаще черепашек, поэтому вот и сделал я такую серию, замутил. Ну что, пойдем с тобой, наверное, на оригиналов сейчас. Надеюсь, быстренько все-таки мы их сможем вырубить. Главное, чтобы все пошло по нашему с тобой плану.
Так, а у меня вертушка-то в откате, по-моему, да? И у Бакстера... О-хо-хо-хо, слушай-ка. Уклоняшки у меня нету, это раз. Массовой атаки у Леонардо, по-моему, нету, это два. Так, ну-ка. Я попробую пронзить Лео. Или это Донни? Донни, по-моему, да? Донни, да, был. Так, вешает иммунку. Ну, постепенный урон... Ах, конечно же, у него защита от смерти. Я совсем забыл. Но это ему не помогло. Слушай, это... Серьезно? Блин, да они вообще какие-то ватные стали. Ты посмотри, я их разбирал. Даже, ну как бы я-то боюсь, но можно было бы даже не пугаться. Просто тын-тын и все. Они даже сходить не успели, понимаешь? Круто. Ну что, последние два боя у нас с тобой остаются. Так что, Крэнк, жди, мы идем к тебе. Готовь, как говорится, пак для нас. Ну и будем с тобой открывать, конечно же, сундучки. Так, Маузер 80 уровня, а инициатива из-за меня переплевывает абсолютно всех моих персонажей. Так, я надеюсь, Зэк не будет что-нибудь эдакое делать, потому что, ребята, ты видишь, у Бакстера стукнуло очень мало здоровья. Так, и нам надо... Нам надо... А, заблокировали Зэку с тобой способности. По-моему, сейчас ему крышка придет. Нет, еще живет и дышит. Так, здесь ушатали. Броня, 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 броня сбита. Давай. Окей, переходим с тобой на вторую волну. А на второй волне у нас с тобой Змея Карай, Шархан и... Давай-ка баф повесим. И Змея Карай. И Рахзар, да? Так, хильнемся с тобой. Окей. Так, давай, наверное... Блин, нафига я сейчас на последнем бою все использую? Скажи мне, зачем я использовал все свои суператаки? Вот, вот объясни мне. Трындец. Мне сейчас идти на, извини, Кренга, а я все здесь потратил. Молодец, конечно, Рей. Умница. Так, ну попробуем. Раз. Готов, партизан. Ну что, Шархан, не хочешь сдаваться? Не, не хочет. Еще успеет. А, вот как. Заморозочку сделал. Ну что же, мы с тобой прошли. И, как говорится, прямиком к самому Крэнгу. Обожаю я, когда он, ребят, погибает, именно Крэнг. Потирает свои лапки. Так. Еще, конечно, хотелось бы, ребята, здесь посмотреть вот этого вот дракона, помнишь, который оживляет супер Шреддера. Хотелось бы его видеть в роли босса. Было бы прикольно. Ну что, тут... Да нет, с этими мы разберемся так, а уже на самом Крэнге, наверное, будем ставить уклонение. Так, заблокировали способность. С хилом у нас с тобой проблемы, если честно. Его просто нету. Так, этот провокацию взял, да, гаденыш? На тебе. Получи. Хил есть. Вот теперь можно применять уклонение, чтобы мы с тобой уже пришли к Крэнгу подготовленные. А Крэнг уже сейчас. То есть на нас с тобой уклонение висит. Жалко, нет каких-то там бафов положительных, очень сильных. Но я думаю, мы и так справимся. Давай, появляйся там. Вот он, потирается свои лапки. Ну что же, давай. Ну, начинаем с проникающего, да? Окей. Дальше апперкот с постепенным уроном, надеюсь. Окей. Так, что он там сделает? Ракету? Ракету. Окей. Рафаэль сделал контратаку и... Добьешь? Молодец. И Бакстер Стокман уничтожает костюм Крэнга. Ну а мы с тобой... Что? Мы с тобой получаем все награды. А именно супер-пупер пак. И будем скрывать ящики. Так, давайте. Хватит там уже святой гуакамоле. Вот оно, ДНК из другого измерения. Смотрим. Так, Рафаэль оригинал, Микеланджело оригинал, Донателло классика
и Леонардо Классика. 260 сюриков. Собрать и сбросить, поехали. Так, мутагеноид плюс бибоп. Угу. Змейковюн Хан. Опять змейковюн Кирби. Крис Брэдфорд. Бакстер Стокман. И все. Здесь нам выпадает Леонардо Классика, Донателло Классика плюс Рафаэль Классика. Угу. 4 ДНК на Микеланджело Классического плюс 3 ДНК на Рафаэля Оригинала. Донателло Оригинала получается 2 ДНК и Рафаэль Классический 2 ДНК. Вот как-то так, ребята. Ну, я считаю, все равно неплохо. Хоть у нас и выпали ДНК на персонажа, который у нас уже, как говорится, имеет фулл звезды. Но все равно приятно. Так, ребята, вроде бы больше мы с тобой здесь сделать ничего не можем. Поэтому будем с тобой закругляться. Ну-ка, как ты там? Чуть не вылетел, да? В общем, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.